Здравствуйте, друзья! Компания «Вспорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию матча 12-го тура высшего дивизиона. «Легион» и «Динамо» выходят в центральный круг. Команды, которые занимают места в первой восьмерке, команды, которые практически гарантировали себе участие во второй части чемпионата в элитной группе. Ну, что касается динамовцев, то об этом можно говорить наверняка. Легион математически еще не обеспечил себе место 7-е, 6-е или 8-е, там какое получится. Но все понимают, все прекрасно оценивают, прекрасно могут оценить оставшиеся календари, оставшиеся матчи и те очки, которые команды, скорее всего, наберут. К тому же Легиону 3 балла еще за техническую победу будут записаны. В общем, скорее всего, и те, и другие весенние части чемпионата сыграют в первой восьмерке и разыграют медали. Сейчас вот эти матчи можно воспринимать, наверное, в качестве подготовки ко второй части сезона. Но для динамовцев, как уже неоднократно я говорил, в трансляциях принципиально закончить первый круг как можно выше. Команда здорово действительно выступает и большую часть чемпионата лидирует. На данный момент в лайв-таблице динамовцы на третье место опустились, потому что Интер и ЦДК победы одержали, но и другие фавориты тоже выиграли в сегодняшнем туре. Но в любом случае до начала этого уикенда Динамо был на первой строчке и в случае победы вернется на первую строчку по окончанию сегодняшнего матча. Что касается Легиона, то он до начала игр в эти выходные занимал 7-е место. Сейчас его позиция 8-я, потому что Голдшарк утром разгромил МЗКП. Но, опять же, вот 3 очка держим в уме. Ну и плюс Легиону нужно пытаться подцеплять что-то в матче против лидеров. Пока не удается, и Легион проиграл и Неве, и ЦДК, и Гефесту. Причем Гефесту вообще с разгромным счетом. Это было самое крупное поражение Легиона как команды высшего дивизиона. Но, в принципе, нужно пробовать, потому что во второй части сезона таких матчей будет намного больше. Собственно, практически из них и будет состоять второй и третий круг чемпионата. И если не набирать очки хотя бы какие-то в этих играх, то на что тогда рассчитывать и зачем тогда в восьмерку выходить? Тем более, что «Динамо» для «Легиона» относительно удобный соперник. Относительно, потому что побеждать «Бело-голубых» «Легиону» не удавалось, но были ничейные результаты, но об этом чуть позже поговорим. Давайте составы играющих команд представлю и для начала представлюсь сам. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. Ну и с «Легиона» начну, потому что он сегодня по календарю хозяином поля является. В черно-серой форме команда сегодня играет. И в следующем сочетании этот матч начала. После момента здесь до удара дело не дошло, но было опасно во вратарской. И вот только сейчас защитники «Легиона» чуть-чуть ситуацию разряжают. В воротах у «Легиона» Александр Дементьев, номер 35. Три защитника. Слева направо Дмитрий Нероков, 33-й. Игорь Дермаков, 77-й. Станислав Мухин, 28-й. В опорной зоне Александр Седов, номер 17. Два полузащитника рядом с ним. Вячеслав Андрианов, номер 11. Виталий Обласов, номер 88. И впереди Попин Казарян, номер 7. У «Легиона» есть определенные потери. Прежде всего, обращаю ваше внимание на отсутствие Павла Андрианова. В общем-то, он один из лучших бомбардиров чемпионата в последние сезоны и в этом тоже. У него, правда, немного забитых мячей, 2 всего, но зато 6 голевых передач. Ну и игроков обоймы также меньше обычного. Есть определенные сложности с посещением матча сейчас у ряда футболистов, плюс травмы Кирилла Самарокова, опять же, приходится напоминать. Он, в общем-то, в этом сезоне ни разу не сыграл, ни за Неву, в которую переходил в межсезонье, и после возвращения в «Легион» также. Но сейчас у «Легиона» новички.
на ведущие роли постепенно выходит. И, в принципе, наверное, Сумароков — это такое усиление потенциальное, но справляется под час и без него. Иногда, конечно, не справляется, вот как с Гефестом. Что касается динамовцев, состав следующий: в воротах Игорь Гришин, номер 30. Три защитника, здесь все предельно понятно. Илья Чижиков, номер 6. Евгений Корнилов, номер 3, и Кирилл Орлов, номер 18. В опорной зоне Андрей Тыняный, номер 17. Так что у нас сегодня два 17-х в центре поля. Ну, Тыняный получил травму в матче Кубка ЛФЛ 2-3, наверное, уже недели назад. Затем пропустил игру против Интера. Ну и без него было достаточно тяжело динамовцам. Там в итоге счет получился приличным, но по игре Интер никаких шансов не оставил. Было первое поражение «Динамо» в чемпионате. Ну, в общем, Тыняный, конечно, сейчас ключевой фигурой в составе «Бело-голубых» является. И то, что он все-таки смог принять участие в сегодняшнем матче, то, что его травма не требует хирургического вмешательства, это, в общем, большое подспорье, большой плюс для его команды. Вот сейчас хорошую передачу как раз он отдает из глубины, но Илья Чижиков, по-моему, не поверил и не пошел до конца. Рядом с Тыняном, ну или скорее ближе к флангам, будут действовать Никита Митин, номер 77, и Валерий Леонов, номер 11, и в нападении у «Динамо» сегодня Дмитрий Голышев, номер 7. Вот также две семерки у нас на острие у соперничающих команд. Кстати, надо сказать, что Голышев вот как раз в отсутствие Тынянова занял позицию в центре поля. Вообще пробовались разные варианты, но, как по мне, то его место на острие атаки — это наиболее правильная такая позиция для использования этого футболиста, его лучших качеств. Вот Валерий Леонов как раз может сыграть в подыгрыше, как сейчас. Ему, наверное, достаточно сподручно атаковать из глубины. Он, в общем-то, игрок фланговый. Но вот если брать большой футбол и профессиональную карьеру, в принципе, достаточно многое умеющий. Поэтому здесь, я думаю, проблем не будет. Хотя, если бы был здоров Денис Киселев, то наверняка он бы вышел в стартовом составе. У этого полузащитника репетиционный период. Ему потребуется еще пару недель на восстановление. В общем, его мышечная травма, ну, просто требует определенного покоя. Там ничего делать не нужно, просто сейчас играть нельзя. Ну и поэтому по 4 замены у команд. Есть и другие потери у «Динамо» и у «Легиона». Ну а в числе запасных у хозяев поля — Сергей Миронов, Дмитрий Ефремов, Иван Нехорошев и Арам Саркисов. Но это после гола мы обсудим, потому что в падении, в таком акробатическом кульбите, Голышев открывает счет в сегодняшней игре. Оставили его одного, и сейчас «Легиону» нужно разбираться, кто кого опять не держит штрафной. Ну вот на повторе мы можем с вами посмотреть. Леонов выполняет подачу. Ну и здесь Дмитрий Неруков не опустился на угол вратарской. Александр Седов, в общем-то, опустился как раз низко очень к последнему защитнику и пытался, может быть, на отскоке помочь. Но в итоге без игрока был также, поэтому здесь должны разделить ответственность футболисты. Тут же «Динамо» еще одну атаку организовывает. Здесь Дермаков все-таки перехватил последнюю передачу. Атака «Леонов» один на один выскакивал. Ну а вот нам Дмитрий Голышев после забитого мяча еще и привет передает, забрасывая мяч сюда на операторскую позицию. Необычный такой эпизод. Но игра продолжается. Итак, 1-0 на 8-й минуте, да, в начале даже 9-й, может быть, этот мяч был забит. «Динамовцы» получают преимущество. Ну и, в принципе, наверное, свой статус фаворита таким образом оправдывают. Все-таки
Я вот говорил о том, что «Легион» относительно успешно против «Динамо» выступает, но все-таки на постоянной основе тяжеловато пока бороться. Есть определенный разрыв в классе, и поэтому только за счет морально-волевых качеств, может быть, хорошего настроя легионерам по силам в этом матче какие-то очки набрать. Ну, здесь Голышев не забивает, просто сумасшедший момент. Я даже не знаю, что ему помешало. Он совершенно один был во вратарской. И опять Леонов с Тыняном мяч разыграли. Ну, посмотрите, где сейчас... Понятно, что обрез в центре поля, но где там Станислав Мухин, наверное, где-то рядом с нападающими находился. По обыкновению пошел к атаке подключаться и... В центре поля также легионеры не доработали, потому что Леонов мяч принимал совсем один. Так вот, три раза встречались «Легион» и «Динамо». В первом случае «Динамо» тогда еще «Династией» называлась, и играли в Кубке Северной Лиги. Сыграли в ничью 3-3. В общем-то, у бело-голубых был совсем не оптимальный состав. Но это, в общем-то, заслуг «Легиона» не умаляет. Команда в основное время свела в ничью, а по пенальти выиграла и прошла в следующий раунд. И еще одна 3-3 ничья была в чемпионате в прошлом сезоне. Ну а в первом круге «Динамовцы» выиграли 2-0. В общем, достаточно уверенным. Что касается остальных встреч, команды еще встречались в позапрошлом сезоне, то там для «Легиона» было все менее радужно. Я помню матч первого круга или второго тура чемпионата. И тогда «Динамо» выиграл с счетом 1-0. Александр Седов не забил пенальти. Но чемпионат только разгонялся. Тогда мы еще не знали, что «Динамо» закончит его на третьем месте. В общем, какая иллюзия равной игры сохранялась. Но во втором круге «Динамовцы» разгромили своего соперника с счетом 4-1. Поэтому, вот смотрите, три победы и, можно сказать, что две ничьи. Таков баланс этих матчей. Но... Другие топ-клубы, в принципе, еще лучше, наверное, баланс имеют. Но вот «Легион» два раза ЦДК обыгрывал, один раз Неву. Ну, еще были какие-то ничейные результаты. Но по большому счету, там, с «Гефестом», с «Интером» у «Легиона» совсем ничего не получается. На поле давайте посмотрим. «Динамовцы» с мячом сейчас большими силами атакуют. Орлов подключается к атаке. Леонов, передача в штрафную. Там Голышев. Назад скидка на Тынянова. Чижиков. Ну и все. На этом верховая передача в направлении Леонова не прошла. Теперь Дмитрий Неруков по флангу вперед играет на Попина Казаряна. Тот на газоне оказывается после единоборства с Корниловым, но... Без нарушения правил. Динамовский защитник мяч отобрал. Я уверен, что особое внимание Казаряну сегодня будет уделено. И, в общем, сезон он начал здорово. Он много забивает и участвует в голевых атаках. Собственно, если в последние сезоны у «Легиона» было два лидера статистических, и Павел Андрианов практически не уступал Казаряну по системе гол плюс пас, то в этом году, конечно, Казарян... таким единоличным лидером стал. У него 12 мячей, это второй показатель в чемпионате вообще-то. И у него еще 7 голевых передач. Так что 19 очков, это, конечно, очень серьезный показатель после 11 проведенных туров. Вот сейчас Корнилов желтую карточку получит, слишком жестко он сыграл. Здесь Александр Седов, что он требует? Красной карточки? Непонятно. Ну, было жестко, да, был подкат сзади. И Корнилов вообще достаточно много предупреждений получает. У него уже и красная карточка была в этом сезоне. Но Казаряну, конечно, от этого не легче.
Ну, а здесь еще и как бы наступил, может быть, на голеностоп. Конечно, если травмой дело закончится, то это для Легиона огромная потеря. Вот как раз только я говорил о том, какой вклад Папин Казарян. В игру своей команды вносит. Ну, вроде поднимается. Сейчас посмотрим, должен разбегаться. Корнилов на карточке. И, в общем-то, после четверти игры это определенная зона риска. У динамовцев других защитников нет. Поэтому в случае удаление, придется игру серьезно перестраивать, кого-то из полузащитников опускать ниже. Тыняный уже играл на позиции последнего защитника в такой ситуации. Но и Тыняный сам не в оптимальном состоянии, его колено, по крайней мере, поэтому, наверное, не хотелось бы, чтобы ему дополнительно какая-то нагрузка выпадала. Тем более, что завтра «Динамо» еще играет последний матч группового этапа Кубка ЛФЛ с Никой ВРК и бороться за первое место в группе. Ну а завершая мысль свою вот первоначальную о том, что с Казаряном будут играть жестко, плотно. Надо вообще сказать, что Корнилов очень неплохой персональчик. Он один в один оставляет гораздо меньше пространства нападающим, чем центральные защитники в других командах. И связано это и со стилем игры, может быть, иногда с физической формой. Но вот в матче против Гефеста, если и было что-то положительное для Легиона, то можете посмотреть голы, которые команда забивала. Там Казарян из Мартина Хорина веревки вил практически. Он и в первом случае от него легко ушел, пробил поворотом, и потом Седов сыграл на добивание. И во второй ситуации после паса Павла Андрианова защитника раскачал и так легонько мяч в дальний угол покатил. В принципе, Гефест имел большое преимущество во втором тайме и за счет этого крупно победил. Но вот в эпизодах было видно, что один в один своего оппонента Казарян переигрывает. С Корниловым такие вещи не пройдут, если он, конечно, до конца эту игру доиграет. Ну а после гола динамовского и еще одного опасного момента, не завершившегося взятием ворот, игра немножко выровнялась и как-то успокоилась. Сейчас уже и первые замены пошли. У «Динамо» появился под 19 номером Александр Локтионов. Он автора голевой передачи Леонова заменил. А у «Легиона» Арам Саркисов вышел вместо Казаряна. Митин, Тыняный, вот Голышев против Дармакова легко уходит. Здесь голевой момент, 2-0, Дмитрий Голышев легко переигрывает Дементьева. Дементьеву нужно было еще возможный прострел вдоль ворот контролировать. Ну и думаю, что в этом случае уже никто не скажет, что Дармаков поскользнулся. Вот в первой похожей ситуации, когда Легион играл с APC, Василий Милентьев в похожем стиле оббежал центрального защитника Легиона. Ну и там казалось, что была борьба и, может быть, споткнулся, может быть, скользнулся защитник. В общем, не так все было однозначно. Но я замечаю, что уже и помимо этого эпизода парочка похожих была в исполнении Дармакова. Вот в плане резкости, такой стартовой скорости, он нападающим уступает, и те пользуются этим. Вот видите, сейчас на фланге Дармаков, ну, во-первых, он мяч мог выбить, например, сразу, да, а в итоге получилось, что и борьбу не навязал, и упустил своего оппонента, а тот в итоге гол забил. Голышев оформляет дубль.
Динамовцы ведут 2-0. Игра-то спокойная. Не сказать, что вот какое-то там какое-то преимущество бело-голубых, удушающее владение мячом, там еще что-то из этой серии. Нет, Легиону играть дают. Ну, вот только Легион пока... Комбинационная игра на чужой половине поля не получается. А на своей вот эти ошибки приводят к пропущенным мячам. Кстати, вот сейчас подумал, когда рассказывал про историю противостояния, опять мяч здесь покинул, похоже, пределы поля, но Дементьев выручает свою команду в любом случае. Дормаков остановился, а Голышев не остановился и один на один выскочил. Арбитр не видел, точнее, не был уверен, что мяч покинул пределы поля и не остановил игру. В таких ситуациях, ну, все футболисты, наверное, тысячу раз в своей карьере слышали фразу «играем до свистка». Ну и действительно, сейчас необъяснимым образом сейчас просто выключаются защитники Легиона из эпизода и привозят опасный момент в свои ворота. Дементьеву подобных эпизодах приходится в каждой игре участвовать. Он выручает регулярно, пропускает много все равно. И я думаю, что для вратаря это определенный такой психологический удар, определенная нагрузка. Ну как же мне еще, мол, надо играть, чтобы команда выигрывала? В общем, успех всегда от баланса зависит игры полевых игроков и голкипера. Здесь Обласов в отборе. Отбор был сзади, но в мяч. И вот удар по воротам. После рикошета от Тынянова на угловой мяч уходит. Ну вот, пожалуйста, повтор. Да нет, наверное, вы знаете, может быть, и не вышел мяч полностью. По крайней мере, на 100% в этом уверенным быть нельзя даже после просмотра видеоповтора. Так что все правильно делал Голышев. У него 50% реализация сегодня. Два мяча забито и два голевых момента не реализовано. И сейчас его меняет Алексей Ковалев. Под 15 номером нападающий появился на поле. Голышев может отдохнуть. 9 минут до перерыва. Динамо ведет 2-0. Так вот, о чем я вспомнил, когда рассказывал про историю противостояния, упомянул, что Александр Седов не забил пенальти ворота «Динамо». А ведь был еще один нереализованный 10-метровый, Арам Саркисов его не забил. И это было как раз в прошлом сезоне, когда команды 3-3 сыграли. И вот интересно, что... Когда Легион не забивает пенальти, это случается именно в тех матчах, когда и шансы на успешное выступление у команды были. Ну, согласитесь. Причем Седов не забил при счете 0-0, то есть там Легион мог повести в счете. Ну, а если просто прибавить очевидный голевой момент, то могла бы быть ничья. Ну, а во втором случае, забей Саркисов, может быть, Легион бы и выиграл. Интересно, если сегодня пенальти будет, кто его будет исполнять. Ну а лучший бомбардир в истории противостояния этих команд Денис Киселев. У него, по-моему, 5 или 6 мячей. Он постоянно Легиона забивает. В общем, это его команда. Вот сегодня не забьет точно. Здесь фол. Седова немножечко затолкали. Свисток был своевременным. Хотя динамовцы вот, показывают свой настрой. Они пока не слышат сигнала от арбитра. Продолжают играть. И сейчас тоже похожий был эпизод. Неруков. Центр играет на Обласова. Тот под прессингом и мяч теряет. Здорово сыграл Митин в отборе. А вот эта передача от Василия Янатовского, тоже футболист, который на замену вышел, слишком такая очевидная была. Может быть, даже слабовато. Мяч передавал для того, чтобы
партнеру удобно было. Ну, давайте всех футболистов представлю, появившихся на поле, потому что уже много замен произошло. Значит, у «Легиона» в линии полузащиты слева сейчас играет Иван Нехорошев, номер 23. Он заменил Вячеслава Андрианова. И на правом фланге обороны Сергей Миронов появился под вторым номером. Вот смотрите, сейчас Дармаков здорово сыграл в похожей ситуации. Почти оббежал его Ковалев, но Дармаков успел поставить ногу жестко. И форвард «Динамо» оказался на газоне, а мяч в ногах у центрального защитника. Что касается Янатовского, то он... заменил Чижикова и располагается слева в обороне. Митин уходит сейчас от Сергея Миронова. Очень мощный удар. Мяч застревает в заборе между прутьев. Если бы в створ попал 77-й номер, то у Дементьева были бы сложности. Ну и вот смотрите, с чистой позиции очень плотно. Очередной момент и очередная недоработка в центральной зоне на подступах к штрафной площади. Пока у «Динамо» вот, и в полуфлангах, и в центре есть большое преимущество. И за счет этого удается и комбинировать, и постоянно выходить на ударные позиции. У «Легиона» моментов нет вообще. Сейчас вот Саркисов с мячом. Ну и передача в штрафную, но она не проходила, туда и не пошел никто. И, в принципе, даже если бы Обласов сделал рывок, ему мяч удалось достать бы, скорее всего, уже на лицевой линии. Гришин мяч выносит вперед. Дармаков выигрывает борьбу верховую. У нее и преимущество в росте над Ковалевым достаточно большое. Но мяч уходит в аут, и «Динамовцы» сейчас атаку продолжат. Митин. Еще один аут. И небольшая пауза. Натовский бросает штрафную. Ковалев зацепился. Но в последний момент у него Дармаков мяч выбивает из-под ноги. А скидку Митин делал. Угловой. По-моему, первый в сегодняшней игре. «Динамовцы» разыгрывают, не подают. Ну вот теперь удар. Ух, для Дементьева, по-моему, неожиданностью был этот удар Локтионова. И он как-то неловко мяч перед собой отбил. Назад откатываются бело-голубые. Но мяч контролирует Янатовский. Ковалев. Отличная передача. Митин на свободное пространство простреливал. Там Неруков внимательно сыграл. Дементьев был уже отыгран в этой ситуации. Но вот сейчас в обороне правильно друг друга защитники «Легиона» подстраховали. Орлов. Ковалев не скидывает Орлову, но сыграл, в принципе, на удержание мяча, да, больше, чем на обострение. Ну и может быть правильно, потому что все-таки риск потерять мяч здесь перед чужой штрафной был. Митин, Орлов. Сейчас «Динамо» здорово играет. Вот есть еще диагональ, а нет, уже перекрыл Обласов возможную передачу. Проходит вот такой пас. И Дармаков фолит. Здесь опять на опережение не сыграл, а затем уже сложно было. Ну вот, видите, два футболиста «Динамовца» в центре штрафной. И Неруков первым успевает к этой передаче. Локтионов пробил со штрафного. Совсем не опасно получилось. Потихоньку будем итоги первого тайма подводить. Что ж, наверное,
Преимущество в два мяча «Динамо» заслуживает, и, может быть, для «Легиона» это еще не худший вариант, потому что помним мы два сумасшедших голевых момента, которые не реализовал Дмитрий Голышев, помимо дубля, который он сделал. У «Легиона» моментов не было вообще. Игорю Гришину там считанное количество раз пришлось в игру вступать, и то в основном вынося от ворот. Даже опасные, потенциально опасные атаки «Легиона» заканчивались неточными ударами. Ну и отметим, что желтую карточку получил Евгений Корнилов в середине тайма за грубый фол против Папина Казаряна. Локтионов. Абласов его так обнял. И поэтому придется штрафную динамовцам разыгрывать. Инатовский. Орлов. Здорово сыграл сейчас Митин. Назад передача авантюрная. Корнилов, конечно, исправил эту помарку за партнером. Но знаете, как в прописи подтереть лезвием. Вроде бы красиво получается, но все равно видно, что немножко структура бумаги изменилась. Вот сейчас в отборе хорошо динамовцы на чужой половине поля сработали. И в этот момент как раз свисток на перерыв звучит. Причем ничего судья не добавил. Хотя, наверное, мог бы компенсировать вот то время, которое потребовалось на восстановление Казаряна, когда он небольшую травму получил и на газоне оказался. Ну что ж, 2-0 после первого тайма. Давайте отдыхать, друзья. Вернемся через минуту-другую к началу второй половины. Матч 12-го тура высшего дивизиона мы смотрим. «Легион» проигрывает «Динамо» после первой половины 0-2. Благодаря дублю Дмитрия Голышева. Свои мячи он забивал на 8 и 18 минуте. Ну и смотрим второй тайм. В первой половине у «Легиона» совсем ничего не получалось в атаке. Может быть, сейчас как-то удастся игру каким-то образом видоизменить. Может быть, даже и не за счет замен, может быть, за счет каких-то внутренних резервов. Давайте по составам пробежимся. Вот у «Легиона» вижу, Казарян на поле вернулся. С ним все в порядке. И Вячеслав Андрианов. Таким образом, по-моему, тот же состав, что и начинал игру. Сейчас только вопросы по левому защитнику у меня есть. И похоже, что Дмитрий Нерков как раз на скамейке остался. Итак, Дементьев в воротах, в центре у «Легиона» Игорь Дермаков. Справа Мухин, слева Иван Нехорошев, Седов, Абласов и... А вот, смотрите, Седова еще нет. Вот у нас какая замена произошла в перерыве. Абласов, Вячеслав Андрианов и Дмитрий Ефремов впервые в этом матче вышел на поле, и Казарян впереди. По сравнению со стартовым сочетанием, значит, два изменения черно-серые произвели. У «Динамо» Гришин в воротах, защитники без изменений, Чижиков, Корнилов и Орлов. Но Чижиков на поле вернулся, потому что первый тайм заканчивал Василий Янатовский. В опорной зоне Андрей Тынян, и на флангах Валерий Леонов и Никита Митин, впереди Голышев. У «Динамо» стартовый состав, это же сочетание игру начинало. Орлов играет с ближайшим партнером. И впереди вариантов нет, придется ему разворачиваться. И вот «Легион» играет на перехвате, но здесь опять не согласовано. Вроде бы мяч перехватили, а до нападающего не довели. У «Динамовцев» это лучше получается. Опять Дермаков мимо мяча проскакивает. Голышев и сам просто на мяч наступил. А так практически еще один выход один на один мог состояться. Ну, а потом Голышев уже исправляем. Собственно, ошибку в подкате свалил. Но «Легион» любезно «Динамо» мяч возвращает.
Чижиков вперед. Здесь Вячеслав Андрианов, Ефремов в направлении Казаряна. Но Казарян пока проигрывает Корнилову. В верховой борьбе в том числе. Тынянам достается по ногам. Ефремов жестко сыграл. Ну и потом, мне кажется, что ситуация того не требовала. Тыняны в направлении боковой линии уже перемещался. Я думаю, что воротам не угрожал даже в перспективе. Там в любом случае Динамо какое-то время потребовало, чтобы мяч разыграть. Но это от избытка чувств и желания доказать, что выход на поле Ефремов заслужил. Тем временем тут несколько судорожная атака бело-голубых, но почти даже ударом завершившаяся, по крайней мере, угловой динамовцы выжили. Орлов пофинтил, через партнера сыграл, Тыняны на углу штрафной. Орлов, Леонов, назад, Чижиков. Орлов, вот неточная передача. Дермаков по флангу заправляет Вячеслава Андрианова, но Евгений Корнилов успевает своих партнеров подстраховать. Андрианов падает на газон. Ну что там, контакта-то я не видел. Может быть, просто потянул мышцы какие-то. Пытаюсь отдать эту передачу. Да, ну вы, даже если не являетесь мастером чтения по губам, разобрать наверняка смогли слово, которым оценивает свое состояние Вячеслав Андрианов сейчас. Прострел Митина, мяч попадает в руку защитнику, но это не пенальти. По всем современным трактовкам, рука в естественном положении, расстояние до пасующего минимальное, поэтому игру стоит продолжить. Здесь Дермаков борьбу проигрывает Митину. Тыняны на Голышева. Тот в одно касание на Леонова, а тот попробовал в одно касание пробить. Размял Дементьева. Но если бы получилось, конечно, по геометрии атака классная у Динамо прошла. Нехорошев искал, кому отдать. Нашел партнера. Вот Казарян в центре. А против Орлова ему чуть попроще. Кирилл Орлов позиционно здорово играет, но отпускает чуть-чуть соперника. По крайней мере, не так плотно с ним действует, позволяет принять мяч. Но динамовцы за счет командного прессинга перехватили владение. Сейчас Митин на правом фланге. Орлов. Можно попробовать как-то атаку развернуть. Ну вот, Орлов находит Митина. Тот великолепную подачу выполняет. И Голышев оформляет хет-трик на 37-й минуте головой. И опять никто почему-то на дальней штанге Голышева не держал. А кто там должен был его держать? Давайте смотреть. Ну, Дермаков, сложно оценивать. Наверное, правильную позицию занимал, потому что в центре штрафной кто-то должен был быть. Но еще один защитник не опустился. В этом случае, наверное, все-таки нужно было не зонно действовать, а персонально по игроку Дермакову и сажать, говоря футбольным языком, сажать перед собой опорного хавбека. В общем, опять коллективная ошибка. Здесь, наверное, вряд ли стоит кого-то винить персонально. Футболистов Легиона, я имею в виду, но вот за счет командной игры, вот за счет вот этих вот комбинаций, динамовцы постоянно находят моменты для того, чтобы пробить, для того, чтобы разыграть мяч и вывести партнера на хорошую и там идеальную позицию. Вот сейчас контратака 4 в 3, налево двигает мяч, Митин подключает Чижикова, тот бьет, Голышев подправляет, и Дементьев грудью отбивает. Здесь еще один рикошет, ну, будет, наверное, гол четвертый. Нет, пока.
Атака продолжается. Ну вот Митин, чтобы мяч не потерять, все-таки пробил из не самой выгодной позиции. И четвертый мяч в воротах Легиона не оказался, а мог бы. Опять провал. И опять на скорости бело-голубые в 2-3 передачи проходят центр. И чужой штрафной имеет численное преимущество. И Хорошев. Казарян опять уступил. Он сейчас максимально жестко корпус поставил и не подпустил к мячу Корнилова, но и сам от себя мяч далеко отпустил. Обласов. Вот у него с приемом мяча все в порядке. Очень мягко он сейчас по-кошачьи так укоротил мяч стопой. Голеностопом отправил его практически сразу вторым касанием на партнера. У Легиона атака не получается. Действительно... такой темповой и опасный. Вот только штрафной в центре поля. Даже не штрафной, а может быть свободный, потому что там была опасная игра зафиксирована. Но в этих ситуациях, когда с игры создать ничего не удается, можно попробовать со стандарта. И в этом сезоне Легион со штрафных забивал неоднократно. Нужно пробовать, далековато. Ну, что ж поделать, но Казарян... попадает в Тынянова. У Гришина мяч. Две трети игры позади. 3-0. Динамо пока доминирует. Мухина за боковой. Казарян сыграл, выполнил скидку и опять не точно. Брака у него сегодня многовато. Орлов. Направо играет. Здесь Митин. Штрафную не пошел. Орлов очень здорово между ног. Тыняный возвращает и будет удар. Леонов мяч подхватывает на дальнюю штангу. Перекладина. Ну, Дементьев, надо сказать, что отбил этот мяч, а потом тот мяч попал в перекладину. Здесь зачем-то придумывают Обласов, по-моему, передача в собственную штрафной. И едва Легион не привозит себе момент. А здесь Казарян против Корнилова и опять уступает. Корнилов просто корпус поставил. А в скорости как раз не уступил. Два шага лишних сделал. И отделил нападающего от мяча. Вот смотрите, с Невой было 0-3, с ЦДК 1-4, с Гефестом 3-9, здесь 3-0 пока. В общем, все матчи с крупным счетом заканчиваются. Даже если считать по меркам футбола 8-8 разгромным результат от 5, разницу мячей. Ну, наверное, не разгромы все же, но крупные победы. Вот так вот мы могли бы... описать выступление Легиона в матче против топ-клубов. Обласов. Центр сместился. Андрианов, Казарян. Бьет в Орлова. Попадает. Мне кажется, упустил момент для такого более неожиданного удара. Обласов упустил момент для паса, когда Вячеслав Андрианов один совсем в штрафной находился. Казарян подает, здесь выносит мяч Леонов. И опять контратака, и опять на скорости. Митин уходит от Мухина, просто как от стоячего. На встречном движении его поймал. В центр будет смещаться. Бить не стал. Леонов. Ну все, быстрая атака не получилась. Давайте позиционную разыграем. Орлов, Леонов и удар Митина. На этот раз без проблем для Дементьева. Тот и позицию правильно выбрал. Удар был слабый. Казарян. Зацепился. И опять Корнилов у него из-под ноги выбивает. Замена. Замена. Андрея Тынянова меняет Антон Тимофеев. Это правильно. Его нужно поберечь
совершенно нет необходимости никакой Тынянову сейчас рисковать, усугубить свою травму. А вот Василию Натовскому нужно играть побольше, потому что он не так много игрового времени получает в матче «Динамо». В общем, он человек опытный и поигравший. Его... В его мастерстве, наверное, сомневаться не приходится. Ну и у «Легиона» замены. Появился Арам Саркисов. И появился Ефремов вместо Седова. Еще замена будет сейчас. По-моему, Сергей Миронов там на бровке. Но динамовцы мяч разыгрывают. Уже после этой атаки будет замена произведена. И от Голышева мяч уходит. Голышев там или даже Леонов там был. А, и Седов возвращается. Меняют Мухина и меняют... Нехорошего, по-моему. То есть Вячеслав Андрианов... А, нет, Нехорошев на поле. Значит, Ефремова. Корнилов и против Саркисова действует удачно. Но динамовцы за мяч не цепляются. На чужой половине Миронов будет из боковой бросать. 15 минут еще есть у «Легиона» для того, чтобы попробовать что-то создать. Вот если расценивать этот матч как тренировочный, забыть о турнирной таблице, забыть об амбициях. В турнирной таблице у «Легиона» все в порядке. Еще раз напомню, 18 очков плюс 3 за техническую победу над «Азимутом». Этого на 99% хватит, чтобы попасть в первую восьмерку. Собственно, МЗКП и «Беда» уже проиграли. Причем у них было на одну игру меньше сыграно. То есть, соответственно, по 4 встречи им еще осталось провести. Соответственно, 12 очков максимум они смогут набрать. МЗКП может рассчитывать на 24 балла. Беда на 23 таким образом. Но это маловероятно, чтобы такой вот победный стрик команды выдали на финише первого круга. Что касается «Энергомаша», он играет завтра, и у него 5 матчей осталось, то есть 25 очков максимум команда сможет набрать. Опять же, это практически невероятно, 5 побед подряд, учитывая, что там и с топ-клубами играть придется. Но вы можете оценить, что 25 баллов – это уже математическая отметка для оценки попадания в первую восьмерку. И эту отметку 5 клубов уже преодолели. У «Гефеста», «Невы», «ЦДК», «Динамо» и «Интера» уже больше. А у «Легиона» как бы 21. Ну вот что-то получается, что-то похожее на такую атаку сходу. Но завершая ее, Вячеслав Андрианов бьет не точно. Мяч с ноги свалился. Обласов хорошо заметил партнера. Здесь можно было и подработать. Можно было и на Саркисова сыграть. Но удар. И опять не потревожив Гришина. Ну, если только он не боится стука мяча о железный забор. Здесь Нехорошев фолит. Подталкивает в воздухе Митина. Будет штрафной. И замена у «Легиона» снова. Вместо Нехорошего Неруков на поле возвращается. Кинатовский, Орлов. А это Митин. Седов здорово на перехвате. Вячеслав Андрианов. Передача Саркисову. Корнилов против него. Саркисов развернулся. А отдать только назад возможно. Потому что все перекрыто. Неруков.
Голышев ему борьбу навязал, зал, но Нерков устоял на ногах, проходит по флангу, подача в штрафную, и опять Корнилов. Корнилов сегодня все выигрывает, если бы не вот этот за гранью жесткости Фолна Казаряни в первом тайме, наверное, можно было бы идеально его игру назвать в первые 48 минут, по крайней мере. Хорошая передача по задумке, а Дермаков туда не пошел. И опять же, не дело последнего защитника в такие подключения ходить. Миронов оказался с Дермаковым на одной линии. Вот, наверное, ему не мешало бы попробовать туда забежать. Какие-то наметочки у Легиона появляются. Но нужно эту нить ухватить и попробовать просто, еще раз скажу, в тренировочном режиме этот матч доиграть. Ценнейший ведь опыт. Ну а пока Никита Митин забивает четвертый гол, а Голышев отдает голевую передачу. То он из аута выбросил на своего партнера. Опять защитники смотрят футбол, выключаются из эпизода. Сейчас, ну, наверное, ожидали, что динамовцы пока там из аута разыграют, покатают. Нет, просто пас вперед. Все просто. Ну вот что интересно, опять же, да, вы видите, как реагирует Кирилл Орлов на ошибки своих партнеров, потому что вот для «Динамо» это и есть тренировочный матч. Здесь никто никого не дооценивает, но дело в том, что динамовцы-то понимают, что главное все впереди. И сейчас нужно над этими ошибками работать. В этом и состоит та самая сыгранность, о которой часто потом толкуют болельщики и футбольные специалисты. Сыгранность команды — это когда все возможные эпизоды уже разобраны, и все понимают, куда бежать в той или иной ситуации. Это понятно, даже несмотря на то, что у всех есть определенное футбольное прошлое, и настоящее в том числе. И все, в принципе, футболисты квалифицированные, обученные, но нюансов в футболе бесчисленное множество. И важно разбирать эпизоды. Вот сейчас очень неплохо в одно касание вышли из обороны динамовцы. Орлов споткнулся и оказался на газоне. У Легиона может получиться еще атака, но контратака уже не получилась. Ну и удар Арама Саркисова, какой-то жест отчаяния практически. Там рикошет был, поэтому угловой. Замены сейчас у обеих команд. Ковалев вместо Голышева у «Динамо», Казарян вместо Вячеслава Андрианова у «Легиона». В два нападающих таким образом «Легион» попробует сыграть. Ну, а кто расположится выше, ниже, это уже разберутся по ходу игрового отрезка. Ну, а то, что Саркисов в «Динамо» выступал еще в прошлом сезоне, мне кажется, никакого перца вообще не добавляет. Здорово Ковалев сыграл сейчас против Дмитрия Нерукова. И момент 5 у Митина выручает Дементьев. Мне кажется, ну так динамовцы не слишком без инстинкта убийцы, да, отнеслись к реализации сейчас. Там мог забивать и Чижиков, подключившийся, и Митин. Как-то посерьезнее удар исполнить завершающий, но опять Дементьев герой эпизода. Орлов. Янатовский, мяч штрафной, Ковалев. В ногах устоял. Вставляет Янатовскому. Но там штрафного не будет, нет. Абласов. Ошибается, но мяч... К Дермакову отскакивает. И у Миронова огромная зона, можно к атаке подключаться. Но только придумать, что же дальше-то делать. Ну вот на Седова передача, но у Седова скидка не получается. Седов вокруг практически штрафную оббежал. И удар Нерукова приходится в ноги Александра Лактионова.
У Голышева 9 мячей теперь на счету после сегодняшнего хет-трика. У лучшего бомбардира Динамо Тынянова 11, Леонов забил 7 голов. Ну и Никита Митин 4 свой сегодня. Вот такая результативность. У Легиона за Казаряном пропасть. Да, Арам Саркисов забил 7 мячей, но сегодня не заметен. При этом у него ни одной голевой передачи в чемпионате. Ну а дальше на третьем месте Александр Седов с 3 голами располагается. Еще одна атака Динамо. Нероков ее прерывает в подкате, но лучше бы не прерывал, потому что практически под удар Локтионова скатил. Локтионов пробовал изящную передачу черпачком отдать. Ничего не вышло. Ну и здесь фол. Дармаков цепляется за ногу соперника и прямо в центральном круге на газон укладывается. Легион будет атаковать позиционно. Саркисов направо играет. Там Абласов. Ну, посмотрите, какой узкий фронт атаки у Легиона. Так невозможно растянуть соперника. Ну вот в расчете на какой-то рикошет, ну, на какой-то шальной удар, ну, может быть. Но если бы сыграть пошире сейчас, вот как играет Динамо в атаке, например. Задействует защитников, катает мяч и очень быстро переводит его через центр с фланга на фланг. Одно-два касания. У Легиона много индивидуальной игры на поступах штрафной. И поскольку он, как мне кажется, большинство футболистов не превосходит в мастерстве своих оппонентов, просто не получается выбраться на ударную позицию. Здесь Дармаков достаточно жестко играет, это опасно, но и Ковалев сам низковато наклонился, в общем. Здесь без желтой карточки. Хотя, конечно, неприятно, когда ногой по голове, но вы видели ситуацию с Серхио Рамосом тут на прошлой неделе? Мы вообще ногой нос сломали, когда поворотом он пытался пробить. Ну, вроде все в порядке с Ковалевым. Еще и партнеры его немножечко подгоняют. Говорят, что ничего там особенно страшного не было. Вставай, продолжай бороться. Здесь Нероков здорово сыграл в отборе. Саркисов. И удар. Это в направлении ворот. А, не Нероков, кстати, к атаке подключился. Это Дармаков был. Вообще, мне кажется, это просто, ну, такое стилевое требование для команды, когда резюме рассылают центральные защитники. Обязательно требуется, чтобы они в атаку ходили, сам с хорошим ударом были. Ну, а кто из центральных защитников Легиона не ходил вперед? Да, пожалуйста, там, Чмутин. Или, например, тот же Вячеслав Андрианов, когда на этой позиции выступал. Доигрывают команды 4-0. Я думаю, что сомнений в том, что исход этого поединка справедлив, нет ни у кого. И, в общем-то, игра так складывалась, что у Легиона изначально не было шансов. Не получилось, как иногда бывает, зацепиться за ничейный результат, а потом на контратаках ловить своего соперника. И Легион, в общем-то, достаточно быстро пропустил. Но не создавая ничего впереди, ну, не считая вот таких вот атак, нет, здесь без фола. И, кстати, отработал Ковалев как раз, не позволив Александру Седову завершить атаку ударом. Без моментов голов не будет. Седов, конечно, сейчас сетует на
То, что не удалось ему быстро развернуться и пробить. Но, в общем-то, он делал все правильно. Казарян на своей половине поля мяч подобрал, дотащил до штрафной, отдает Саркисову, тот прямо в Гришина бьет. 2 минуты еще играть. Локтионов. Зенитовцы уже не особо вперед стремятся, а вообще в центре поля зияет такое свободное пространство. Вот сейчас Орлов с Янатовским его передачей заполнили, и только теперь сюда Илья Чижиков сместился. Хорошая передача, Орлов. А Чижикову удалось выйти из сложной ситуации. Орлов выполнял передачу диагональную, она не прошла, но зато после рикошета прошла голевая атака. Митин забивает второй мяч в сегодняшней игре. И делает счет 5-0. Ну а голевой пас отдает Локтионов. У Локтионова, кстати, 9 голевых передач. Он лучший... лучший распасовщик в команде. Вот так вот можно охарактеризовать манеру игры 19-го номера «Динамо». Ну а вот 5-0 это уже разгром, наверное. Это уже просто крупной победой или там крупным поражением, соответственно, не назовешь. Еще момент. Митин Янатовскому бьет, еще, может быть, добивание получится. Жестко сыграл Дермаков и потом ушел от подката. Казарян в центре поля. Саркисов. Подача на Орлова. А тот сбрасывает Гришин. Ух. Мне показалось, чуть не точно сбросил динамовский капитан, а... Гришин шаг вперед не сделал, и поэтому пришлось потом с линии ворот стартовать. Едва его не опередил Казарян. В общем, тут не согласовано. Я вратаря, кстати, винить не стал. Но у Орлова свое мнение на этот счет. Легион последний в этом матче угловой будет разыгрывать. Потому что время истекло. И именно разыгрывать. Казарян играет с Аркисовым. Все, мяч за пределами поля. И финальный свисток. 5-0. Что ж, Динамо без проблем забирает свои очки, обыгрывает Легион. Легиону для того, чтобы успешно выступать во втором круге, придется добавлять. Ну а сегодня, я думаю, просто нечего было противопоставить бело-голубым. Прощаемся с вами, друзья. Для вас работал Кирилл Разумовский. Надеюсь, трансляция вам понравилась. И увидимся здесь, на полях Северной Лиги.